Димитровград встречает межрегиональный военно-исторический фестиваль «Один день той далекой войны». В реконструкции боев примут участие клубы Димитровграда, Ульяновска, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Саратовской областей, гости из Татарстана и Чувашии. Ребята многие приедут с миссионными винтовками, чтобы они стреляли миссионными выстрелами. Все будет взрываться, все будет стрелять. В общем-то, все должно быть похоже на ту далекую войну. Стать свидетелем реконструкции военных событий можно будет 4 мая. Начало в 11 часов утра. Всех горожан приглашают в Индиго-парк.